И все-таки мистер Поделкин, это стройка выходного дня, строим дом. Здравствуйте. Правда, вот так эта пара лучше смотрится. Черное зеркальное стекло, шампура на своем месте, полотенчики, полочка. Ой, и выложено. Классно, мне нравится площадочка. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Даже если травка будет расти, всегда торнадо прыснул, и все, и она расти не будет. Ну, главное, огонь не разжигать сильно, а то в прошлый раз вы очень хорошо постарались, мистер Поделкин. И его мама. Какая, а я думал, все сестра. Сделано по технологии, как и ваш камин. Все выкопано, земля вывезена куда надо, туда. На тачке. Песочком, гравием. И это мрамор. Неужели кто-то что-то уронил? Нет, мы нашли залежи мрамора. Я знаю где. И ходили всей толпой. Тяжелый? Да. Ну, значит, много можно дорожек уже сделать с него. Как вам? Вот дорожки с него были бы супер. Для шампуров классно? Да. Вам нравится? Полотенчика. Вдохновение. Я взяла тот столик старый, выставила его сюда и не слезла, пока не сделала. Вот не слезть ты можешь. Это мое. Это я знаю, да. Это. Здесь еще классный эффект, когда тут мокрый мрамор. Не гранит, это что это, мрамор? Эффект после дождя. Вообще классно. Ну так я смотрю, вы ничего даже не жарите. Можем продемонстрировать. Мы закончили, убираемся. Сейчас продемонстрирую, не тормозить. Не тормозить? Воду набрали, а я смотрю, набрали еще больше, чем было, я хочу вам сказать. И поставили цветок, чтоб никто не уволок. Чтобы дети не лазили. Но замучились мыть. Обматюкались. А чего? Ну, надо же приспособиться. Приспособились? Ну, теперь вы умеете. И мойте. Даже такой шланг. Он вокруг языка этого подрыва. Ира, да? это я хочу тебе сказать, чем Йова, тебе не кажется? Никуда ехать не надо, выкопаем море. Прикольно смотрится, когда мокрый. Я вот думала про дорожки вот такие мраморные, чем плохо. Мрамора пока там много. Да, мрамора там. И знаешь еще где? Вот там. Напротив Тани, в канале. Да.